трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховщики попросили Банк России ввести правило, по которому приобретенная электронная автогражданка начинает действовать только спустя несколько дней. Обоснование – исключить случаи, когда автовладелец, у которого нет страховки, оформляет ЕОСАГО через смартфон задним числом сразу после ДТП. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев считает, что это чистой воды мошенничество. Трасса 101. В России отзываются почти 14 тысяч Nissan Qashqai, произведенных с осени 2015 года по середину лета 2016. У автомобиля обнаружена небольшая неисправность электропроводки, из-за которой может перестать работать один из стеклоподъемников. Также к дилерам придется наведаться и владельцам Nissan Note с годом выпуска 2005, 2006 и 2007. У 10 с лишним тысяч таких машин необходимо заменить газогенераторы подушек безопасности. Трасса 101. В начале следующего года в России должны стартовать продажи новой флагманской модели Kia – фастбека Stinger. Заднеприводную машину, полный привод будет только в версии GT, оснастят мощными турбированными двигателями на 247 лошадей, либо на 370. Коробка автоматическая, восьмиступенчатая. Разумеется, новинка будет обладать богатым набором современных опций. Цена станет известна позднее. Трасса 101. Универсал Lada Vesta и его кроссовую версию представили в Германии. Машины там будут продаваться по цене от 15 тысяч и 17 тысяч евро соответственно, или от 1 миллиона 50 тысяч и 1 миллиона 200 тысяч рублей. Автомобили в целом немцам понравились. Особенно их впечатлили объемные багажники с различными нишами и полками. Среди отмеченных недочетов – жесткий пластик и неприятный химический запах в салоне. На одном из популярных сайтов выставлен на продажу правительственный лимузин ЗИЛ-4112Р 2012 года выпуска, на котором якобы мог ездить президент Путин, но главе государства он почему-то не понравился. Цена вопроса – 70 миллионов рублей. Шестидверная бронированная машина оснащена 8-цилиндровым бензиновым мотором объемом 7,7 литра мощностью 400 лошадей. Коробка – 5-ступенчатый автомат. Среди удобств – двухзонный климат-контроль, сиденье с электрическими регулировками, бар, холодильник, аудиосистема. Отделка салона, светлая кожа и дерево. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.